Привет, с вами Виконста. Сегодня сделаем обзор на гуманитарную помощь от Красного Креста. Ее выдают определенным категориям людей с периодичностью 3-4 месяца, 5-6, в зависимости, как часто она появляется у нас здесь в Донецке. Итак, в наборе у нас две коробки. Видите, здесь дата до 1.12.2022 года, ее можно использовать. И произведена она в конце 2020 года. Ну вот сверху первая вот такая коробка. Надписи на трех языках, английский, украинский, русский. И здесь количество штук. И вот вторая коробка, здесь уже продукты. Та же маркировка, можете посмотреть. Давайте вскроем, посмотрим, что же Красный Крест нам положил в эти коробки. В этой коробке у нас две туалетные бумаги. 65 честных метров. Производство Альбатрос. Туалетный папир. Дальше. Туалетное мыло Ганна. Дальше шампунь для волос Алоэ. Женские прокладки. Одноразовые станки. Старт. В количестве 5 штук. Зубная паста. Насыщает кальцием, защищает от кариеса. Новый жемчуг. Зубная щетка. Одна штука. И пральный порошок Пролисок. Цена помірна, якість відмінна. 450 грамм. В этой первой коробке у нас больше ничего нет. Давайте теперь откроем эту коробку. Посмотрим, что здесь у нас положили. Чем-то напоминает предыдущую коробку. Макароны Одарочка. Килограмм. Срок годности 24 месяца. Місто Вінниця, Україна. Так, считаем. Раз, два, три. Три пачки макарон. Дальше олія рафінована для смаження. Две штуки по литру. Одна и вторая. Вот точно такая же. Это у нас производство Украина, місто Світловодськ, Кіровоградська область. Дальше яловичина, тушенка. Одна банка и вот вторая есть тоже. Місто Черкаси. Четыре консервы. Сардины атлантичні в олії. Срок придатності 30 місяців від дати виготовлення. Раз, два, три и четыре. Четыре консервы. Дальше. Дрожжи для домашней выпечки. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Черный чай принцесса Гита. 200 грамм. Рис марка Одарочка. Такая же, как и макароны. Місто Вінниця. Цукор. Тоже місто Вінниця. Одарочка. И 2, 4, 5. 5 упаковок борошна. Пшеничного высшего сорта. Все, больше в коробке ничего нет. Если вам понравился этот видеоролик, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно, пишите комментарии. С вами на канале был Виконста, до новых встреч, пока!